Общественные пространства в Каспийске обновляются из года в год. В текущем благоустройство коснется и участка по улице Орджоникидзе, 28, которая будет реализовываться в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». Место для отдыха и досуга горожан обретет новый уютный вид. Планируется озеленение, благоустройство новых тротуаров, установка малых архитектурных форм, беседок, качелей, организация освещения и установка видеонаблюдения. Согласно плану, работы должны завершиться до конца текущего года. На благоустройство будет направлено более 10 миллионов рублей. Всего в этом году по проекту формирования комфортной городской среды реконструируют 3 общественных пространства Каспийска, сквер и 2 аллеи, которые каспийчане выбирали самостоятельно в ходе голосования в 2023 году. Этой весной горожане вновь примут участие в очередном рейтинговом голосовании за объекты благоустройства и отдадут свой голос за те общественные пространства и дворовые территории, которые преобразятся уже в 2025-м. Напомним, что национальный проект «Жилье и городская среда» направлен увеличить качество городской среды с 25% в 2019 году до 60% в 2024. Начиная с 2019 года благоустроено уже больше 47 тысяч территорий. К 2030 году реализация проекта позволит улучшить городскую среду в полтора раза.